Секции по тайскому боксу в селе Верхняя Веранда занимаются 30 юных спортсменов от 7 до 17 лет. Занятия 3 раза в неделю по 2 часа. Тренер Артур Коваленко рассказывает, мальчишки и девчонки занимались все лето, ни дня послаблений. Старания принесли результат. Буквально недавно приехали с первенства мира и завоевали 1 золотую, 1 серебряную медаль. Но также незадолго до этого мы были на первенстве России. Наши дети там выступили очень хорошо, заслужили 3 золотые медали. И как бы, учитывая это, наши ребята попали на состав сборной России и поехали на первенство мира в Турцию, город Анталия. 13-летний Артем Кисян занимается тайским боксом 6 лет. Вполне профессионально рассказывает о том, как на соревнованиях анализировал тактику соперников, чтобы одержать победу. За плечами, как-никак, 5 трудных боев. Были очень серьезные тренировки. Отец и сына подходили каждому дню. Были кроссы, лапы, работы на физику, гоняли вес. Были очень сложные тренировки. Первый раунд я выиграл, второй раунд мне не отдали, и вот третий раунд я тоже выиграл. И вот победу мне дали. Счастье. Дома, признается, Артем очень радовались, а в школе даже стенд сделали в честь чемпиона. Эрик Кривошеев занимается 4 года, стал победителем первенства Кубок Кавказа и призером первенства России. Сейчас парень четко определил приоритеты на год. Мой соперник был из Адлерского района. Это мой друг, мы с ним хорошо побоксировали. Я его выиграл, и мы оба отобрались на Кубок Кавказа. Был бой тяжелым, но быстро закончился. Моя цель в этом году выиграть первенство Краснодарского края, отобраться на первенство России и потом уже в августе полететь на мир в Малайзию. Тайский бокс – достаточно суровый вид спорта, но тянутся к нему и девочки. Примером стал для меня мой брат. Когда я ребенком за всем этим наблюдала, мне очень нравилось, как здесь воспитывается характер, дух. И это чувство победы, когда тебе поднимают руку, это на самом деле очень адреналин в крови. Зал мой, как второй дом, можно сказать. Помимо тайского бокса рисованием занимаюсь, так что время есть. У меня у самой проявилось желание, интерес к этому виду спорта. Когда есть желание, когда есть дух, все по плечу. После тренировки никто не торопится домой, садятся в круг и слушают тренера. Для своего возраста ребята достигли многого, говорит наставник. Но чем выше ступень, тем больше желающих оспорить титул. Защищать его сочинцам придется уже на ближайших соревнованиях. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.